Здравствуйте, дорогие друзья! Я ждала этот рынок почти месяц. И вот наступил этот долгожданный день, и мы с вами направляемся в музей Москвы на блошиный рынок Мосвинтаж. Ну и сегодня вы в конце увидите не только полный обзор его, но и мои покупки. И этот рынок сегодня проходит уже не во дворе музея, а в третьем корпусе. У входа расположился лоток с металлом, с металлическими изделиями. И около него, как всегда, очень много народа. И здесь можно купить и замечательные старинные рамочки, и бронзовые фигурки, ну и какую-то посуду. В общем, очень много всего интересного. Там бритва, кстати, у кого-то будет в коробке. А у вас опасные бритвы есть? Здрасте. Нету, да? Ну ладно. И, кстати, кто из нас в детстве не зачитывался, не просматривал картинки Битструпа? Ну, я их очень любила смотреть. И, кстати, у меня книжка, по-моему, сохранилась до сих пор. А у вас? А вот эта книжка о здоровой кулинарии сколько какая? Стоит? Это вот, 5. 65-й, да? 61-й. Толстая какая. Вообще у нас 7, но 55-й год, но для того, 55-й. Чтобы... 55-й, да, да еще, да. Надо подумать, да, это да. Дешево, это правда дешево. Это дешево. Ну, я говорю цену там человек, который понимает. Я вас сейчас куплю, только я вам переведу. Мне уже... Это без проблем совершенно, у меня у супруга Сбербанк, если у вас Сбербанк. Да, проблем не будет. Просто у меня уже, да? Это серия вот такая. Им все известные, просто Бэджут знает по вот этим вот бисквитным посудам, да, да. Тарелочкам. Просто. Но я знаю по английским тарелкам, которые заказывали в Англии, вот эти, награждали ими в Королевском обществе садоводов. И они там разные-разные были. Один год одни выпускали, другие, но с цветами. Спасибо, а покажите мне ее. Все разные очень. Их, наверное, штук 12, что ли, все эти. Да. Ну, в общем, где-то они, говорит, 3500, да? Ну, если тем более не одну будете брать, нужно подешевле. Угу. А вот эта прелесть, это чего? Тут уже английский, это маки. Английский. Сейчас не могу сказать, но тут уже написано. А, это все у вас такие? В основном все тут англи. Да, красиво. Очень красиво рисуют. Причем они все разные. Ой, а это что, это вручную, что ли? Нет, нет, это не вручную. Это просто декольт такая. Они дорогие. Да, я удивилась. Декольт просто так хорошо сделано. Да. Ой, это у вас просто вообще сокровище. Осень, а это, по всей видимости, зима у нас. Боже мой, какая красота. Что-то такое знакомое, забыла уже.
лампа. А сколько у вас такой петух стоит? 3,5. Спасибо. Он часовой. Сколько стоит? 8. О, они парные. А сколько ваши тройки стоят? 200 рубля. Это Германия, да? Да. Что-то мое напоминает. Но это интереснее, да? Просто очень. Ой, какой чайник очаровательный. Я бабушке очень много шкатулок, я до сынышки привожу. Да, какая прелесть, ну просто прелесть. Ой, друзья, посмотрите, очарование. А какие шкатулки для колец. Миниатюрки. Кофемолка старинная, я так думаю. Посмотрите, а вот это шкатулочки. А это уже таблеточницы. Да. Смотрите, какая прелесть. Лимош. Вы только посмотрите, какие красивые эти флакончики. А вот таблеточницы тоже очень даже красивые. Смотрите, какие рамочки. Красота. Изумительные. Ой, это, по-моему, подвесные рамки даже. Это шелкография, но изумительный рисунок. А это таблеточница. Посмотрите, маленький-маленький миниатюрный подсвечник. Это из гипюра. Очень красиво.
А веер из черных перьев. Я свое подразумеваю, ты говори. Да. Красота. Ну хороша, 2000. А вот этот набор слива. Сахарница и 3 чайные пары. А можно отдельно, можно набором. А набор сколько? Ну, набор я вам отдам все вместе за 2500. А чайную пару? Чайная пара 800 рублей. Угу, спасибо. Да. Ладно, пойду посмотрю, потом решу. А посмотрите, какие олени. Боже мой. А вот рисовый китайский фарфор. Смотрите, наборчик такой. Боже мой, вазочка какая. Парфюмерный наборчик. Красота. Вот это да. Это кто? Это Англия. Англия, да. Дэвидсон Глаз. Конец 19 века. Угу. А сколько? Прошу, 38. О цене можно поговорить. Только набрали телефон, вот дайте телефон, сейчас не могу, но обязательно. Ну, а да, а что? Пока. Денег? Вот какая куртка, пальто. Меховые, кстати, о, и здесь меховые. Да. Посмотрите. Какая красота. Пальто. Размер большой. А как, сколько стоит? 25. Это эксклюзивное, второе такого не да будет. Да я вижу, да, вижу. Это вижу. Точно не будет такого второго. Вижу. Но прям очень интересно сделать. Размерчик да, ваш. Посмотрите, какие смешные миниатюрные. Ой, боже мой. И примерно сколько они у вас? От 3000. Ну просто очаровательный фарфор такой, сделанный детально, детализировано просто. Прелесть. А сколько он вообще стоит? 9000. Здесь масленка и одна чайная пара, да? Или это не его чайная пара? А, 6. Мне единственное, что я не могу найти одну жуться. А. Чашек точно 6. Эта крышка есть. Да. Там. Такая же вот крышечка. Если он очень удобный, квадратный. Ну ладно, башмачок. Да, башмачок 500. 70-й год рождения. Да. Видите, уже новогодний посуд. Вот эти астры какие красивые. А вот по 3200. Скажите, это Германия кто? Такой красивый кружевной фарфор.
А в этой коробке любая выбранная вами вещь стоит 500 рублей. Можно было покопаться, ну и выбрать что-то интересное для себя. Здесь, как видите, интересные тарелочки и фарфоровые фигурки. Очень тающие. Очень много интересного. Ну, а вот эта красота, это уже керамика. И посмотрите, какая яркая, какая красивая, какая необычная. Это, конечно, современная керамика, но очень-очень красивая. Угадай, что это такое? Подсвечник? Нет. И что же? Когда ты ешь курицу, ты вставляешь ногу сюда, ногу вставляешь, закручиваешь и ешь, не пачкая руки. А, чтобы не брать руки. Ну, то есть ее так и подавали, то есть кухарка накручивала ногу вот на эту штуку. Отлично. Борь. А вот это вот ложечка, трубочка для коктейля. Если ты коктейль помешал и пьешь из трубочки. Отлично. Спасибо. Такая вазочка, прям знакомая. Прелесть. Поэтому я
кажется, надо сверить. Честно говоря. Какая прелесть. Что значит 2 рубля? Ну, 2000. Америка? Ручная роспись. А кто это у нас? Это у нас... ЛФЗ, что ли? Да. Это? Смотрите, да? Да. Это пара очень редкая. Это 15 тысяч, что данная пара. А, нет. А, это все Франция, это понятно. Это все Франция, все оригинал. Все оригинал. Это маленькие-маленькие... Ну, все, что есть. Да, сколько знакомых пузырьков. Здравствуйте, перчаточки. Окончательно 3700. Смотрите, какое блюдо. Вот бы мне такую сервировочку, да, но это весь мой стол бы заняло. А вот здесь это у вас по сколько? Разная цена? По-разному. Картинки различные. А вот сундук Италия.